Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего, после разгрома террористов, мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии. Я очень хотел бы обсудить с вами основные принципы организации политического процесса, проведения поддержанного вами Конгресса народов Сирии. Очень бы хотелось услышать ваши оценки сегодняшнего состояния и перспектив развития ситуации, в том числе и ваше видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций. И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН